Вот, сегодня сбылась моя мечта. Мне Ерлан дарит вот такой электро велосипед. Угу. Буду ездить на дачу. Теперь я мобильно. Это первый мой транспорт. Я никогда не ездила на велосипеде. Не умею водить велосипед. Вот сейчас мне в подарок. Это покупаем мы в Астане. Мне в подарок это держатель сотового и каску подарили. Так что в Астане, ребята, кто хочет, вот здесь классное обслуживание. Вот номер телефона зафиксируйте. На, пожалуйста. Они, у них есть в ТикТоке, они есть. Да, номер. Пожалуйста, и в ТикТоке можете смотреть. Они постоянно публикуют новинки, которые поступают. Сегодня как раз вот этот электровелосипед. Мы прям видели, как они сюда прибыли. Вот мы сегодня покупатели. Я выбрала белый цвет. Есть синий, красный, черный. Ага. Ключики мои. Мечта, 2 года я мечтала о таком. Итак, снимаем с подножки. Вот так вот. Раз. Это довольно легко, ребята. Опа. Тик. Проконтролировали, значит. Енда. Опа. Садимся очень красиво. Спинку держим ровненько, да? Улыбочку. Так, бисмилляхи рахмани рахим. Опа. Реклама.